Приветствую вас. Вы знаете, вот в социальных сетях, например, ВКонтакте, есть прям такая вот отдельная графа, да, отношение к алкоголю. И там можно отношение к алкоголю установить. Так же, как отношение к курению, там и так далее. Так вот, как вы думаете, почему именно в этом моменте человеку предоставлен выбор? То есть, почему ему предлагают выбрать отношение к курению, к алкоголю и так далее? Ведь, казалось бы, ну, это лишь определенные части человеческой жизни. И зачем их выделять особо? И вот как раз ответом на этот вопрос будет следующий. Курить или употреблять алкоголь личное дело каждого. Важно только, чтобы это, ну, эта привычка, это увлечение не вредило другому человеку. И поскольку это личное дело каждого, то тогда, соответственно, у каждого человека есть свое собственное отношение к этому. Значит, это вопрос скорее морали. Давайте подумаем. Ну, перебрали вы с алкоголь, хорошо. Много откровенничаем. Ну, бывает. Вы сделали что-то дурное своему парню? Нет. На что извиняться? А то вы перебрали с алкоголем, но это ваше личное дело. И ваше личное дело употреблять алкоголь или нет. Поэтому извиняясь за то, что является вашим личным делом, вы лишь показываете мужчине, что вы не уверены в себе. Извиняясь за то, что является вашим личным делом, вы лишь показываете мужчине, что вы не очень сильно себя цените и не очень готовы защищать свои интересы. Даже если это не так, он будет именно так думать. Поэтому я полагаю, что извиняться за употребление алкоголя или нет, ваш выбор, то есть вам самой нужно определить, будете вы это делать или нет. Я хочу только сказать о том, чем вам это грозит. Чтобы вы понимали, что значит извинение перед человеком, например, за то, что является личным делом каждого. Это, наверное, первый момент. То есть, еще раз, употреблять или нет алкоголь, вы решаете сами. Потому что человек вы взрослый, и сами знаете, чего вы, например, хотите, а чего вы, например, не хотите. Соответственно, этим, я думаю, все сказано. Вообще, по общему правилу, обычно извиняются только за то, что причиняет вред какой-то. Вреда я не увидел в отношении к молодому человеку. Поэтому, собственно, извиняться формально вам не за что. Ну, именно что формально. А там уже сами вы решите. Кроме того, извинение за это даст мужчине понять, что вообще-то говоря, вы им дорожите, ну, молодым человеком, и не хотите его терять. А зачем, скажите мне, пожалуйста, молодому человеку давать излишнее ясно понять,
что вы готовы извиняться, лишь бы только он был с вами. Это тоже по вашему желанию. То есть, условно говоря, если вы хотите, если вы не боитесь дать молодому человеку почувствовать, что вы нуждаетесь в нем сильно, извиняйтесь, это ваше право и ваше дело. Если у вас нет такого стремления, если вы не хотите этого, значит, тогда лучше вам этого не делать и не извиняться перед ним. Далее. То, что мне хочется вам сказать по поводу, знаете, того, что вы боитесь его потерять, боитесь, что у него пропал к вам интерес. Давайте так. Давайте честно. Вот когда вы перебирали алкоголь, когда вы больше выпили, чем нужно было, вы сделали это по какой причине? По причине того, что вам этого хотелось? Это являлось чем-то естественным с вашей стороны? Являлось ли это продолжением вашего поведения, ваших взглядов, вашего образа жизни, например, и так далее? Почему это, вообще-то говоря, важно? Да потому что, если вы боитесь молодого человека потерять, если он вам важен, то получается, что вы готовы ради него свою привычку изменить. То есть, если вы увлекались алкоголем, то, соответственно, вы должны будете перестать это делать. И естественный вопрос в данном случае, а стоит ли переставать употреблять алкоголь только ради молодого человека, если вы сами этого не хотите? Возникает что? Возникает жертвенность. Когда вы как бы перестаете что-то делать ради мужчин, это жертва. И есть очень большая вероятность того, что жертва ваша оценена не будет. Соответственно, возникает тогда несложный вопрос. А зачем вам это делать? Ради чего? Далее, хочется сказать так. Почему вы боитесь, что молодого человека пропадет к вам интерес? Ну, если пропадет, значит, это не ваш человек. Если пропадет, значит, не оценил вас. Если пропадет, значит, это мужчина, который не разделяет ваших взглядов. Это моралист. Это человек, который, у которого ценности отличаются от ваших, а значит, вам с ним не по пути. Но что вы теряете, если у него, у мужчины, да, пропадет к вам интерес? Этот момент, на мой взгляд, кажется куда более важным. Что вы для себя потеряете, если человек утратит к вам интерес? Вот давайте мы с вами попробуем на этот вопрос ответить. Это очень важный вопрос на самом деле. Что вы потеряете, если молодой человек потеряет к вам интерес? Чего вы боитесь лишиться и почему? Ведь если вы его любите, если вы хотите быть с ним, то вам, по идее, должно быть все равно, с вами он или без. Вам важно, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он был счастлив. А получается, что не так?
Получается, что вы чего-то для себя хотите получить в отношениях или как? Этот момент тоже желательно бы для себя прояснить, чтобы у вас не было излишней сверхмотивации для того, чтобы сохранить молодого человека. Ну, чтобы удержать как бы его рядом с собой, чтобы вы не действовали так, о чем вы потом пожалели. Ну вот, в принципе, то, что можно вам, наверное, сказать по вашему вопросу. То есть, надеюсь, вы уловили мою мысль. Надеюсь, вы также зададите определенные вопросы себе, потому что без этого вряд ли можно будет гарантировать, что ваши отношения будут развиваться успешно в дальнейшем. Я думаю, что на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!